В Афряново специалисты мобильной бригады «Нити детства» приезжают уже во второй раз. Уточнить диагноз, проконтролировать течение хронических заболеваний, а также направить пациента для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию. Такие задачи у десанта детских врачей. Наши детки нуждаются очень часто в обследовании таких специалистов, которые сегодня приехали к нам. Аллерголог, гастроэнтеролог, пульмонолог, эндокринолог, что наши дети будут пройти все обследования. Здесь у нас консультации, осмотр. Это нас очень радует. Состав мобильного комплекса формируется по запросу поликлиники. С собой врачи привозят экспресс-лабораторию с анализатором высшего класса для исследования крови. Перед приемом специалиста ребенок сдает кровь и мочу на анализ и уже через 5-10 минут с готовыми результатами направляется к профильному врачу. Это не только быстро, но и удобно, ведь помощь узких специалистов жители получают, не выезжая за пределы своего населенного пункта. В нашем поселке медицина не так сильно развита, как в более прогрессивных городах, и у кого вот нет возможности уезжать далеко от дома, в принципе, очень удобно и полезно. Попасть на прием к узким специалистам можно по рекомендации лечащего врача. Родители детей с тяжелыми формами заболеваний заблаговременно получают оповещение о том, что в их населенный пункт приедет десант врачей узкого профиля. Через специальную форму записи они могут выбрать время приема и пройти осмотр в назначенный день. Евгения Корысько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.